Капитан Прайс, Аль-Ассад только что казнил президента Аль-Фулани в прямом эфире Центрального канала. У американцев свои планы насчет Аль-Ассада. Аль-Фулани уже ничем не поможешь. Менее чем через 3 часа в России будет казнен объект под кодовым именем Николай. Николай? Николай наш шпион в лагере сепаратистов. Именно он передал нам данные перед десантной операцией. Николай сейчас в аду. Проводим его. Мы позаботимся о наших друзьях. Уходим. Лоялисты ждут нас в полукилометре к северу. Выходим. Лоялисты, да? Это кто, хорошие русские или плохие русские? Ну, открывать огонь при виде нас они не станут, если ты об этом. Я не против, сэр. Огонь по усмотрению! Минус один. Хотя точное время и место вторжения сил США не разглашается, по причинам безопасности министр обороны США а США не позволят Аль-Асаду дестабилизировать регион и проводить дальнейшую захватническую политику. Противник убит. Добро пожаловать в новую Россию, капитан Прайс. Где цель, Комаров? Мы должны разыскать информатора. Сепаратисты вывели БМ-21 с другой стороны холма. Они уже уничтожили сотни мирных жителей в той долине. Не так быстро. Помнишь Бейрут? Ты ведь с нами? Ну, если очень надо... Еще бы, черт возьми. Иван, приготовься к атаке. По моему сигналу. Сюда. Отсюда ваши снайперы смогут прикрыть моих ребят. Снайперская группа на позиции. Газ, вы прикроете левый фланг. Сол, бери снайперку. Всем отрядам, приступить к штурму. Сол,
Волк, нейтрализуй пулеметчиков в окнах, чтобы люди Комарова могли приступить к штурму. У нас потери. Стреляй по второму пулеметчику через стену. Вражеские вертолеты! Ты ничего не говорил о вертолетах, Комаров. Но я и не говорил, что здесь нет. Мы должны защитить моих людей от вертолетов. Сюда! Быстрее, Комаров! Мне нужен этот шпион! Тебе не о чем беспокоиться, капитан Прайс. У нас потери! Возьмем БМ-21 и прорвемся напрямую к этому твоему шпиону. Доложите обстановку. Сколько еще времени вам нужно? Хорошо, я их задержу. Сэр, может просто выбить из него всю информацию? Пока нет. Сэр, у нас гости. Приближаются вертолеты. Попали в окружение. Прикройте их с утеса. Где наш шпион? Время на исходе. Помогите нам. Чем ближе мои люди подберутся к деревне, тем больше у нас шансов спасти вашего шпиона. У нас потери! Хоть какой-то успех. Теперь за мной, к электростанции. Начался окончательный штурм. Если твои снайперы нам помогут, у нас есть шансы. Довольно. Где этот шпион? Уже начался решающий штурм. Если твои снайперы нам помогут... В доме. Не так уж сложно, правда? На северо-восточном краю деревни. Соп, газ. Мы должны добраться до того дома, прежде чем со шпионом что-то... Вперед. We'll be right back.
Подожди здание и перережь провода. Всем остальным приготовиться. Указ выполняй. Так, электричество отключено. Вперед! Виктор, электричество отрубили. Прибор ночного видения значительно все облегчит. Саша, ты там? Что вам нужно? Кто вы? Спецназ? Это он! Николай, ты в порядке? Идти сможешь? Да. Я и воевать смогу. Орлан говорит Б-6. Посылку забрали. Встречаемся на зоне посадки. Прием! Б-6, на связи Орлан. Мы в пути, конец связи. Пошли! Пошли!